и получить ту самую любовь и заботу. Но еще большую любовь смогут дать настоящие хозяева, которые как раз, может быть, здесь и найдутся. Если у вас есть возможность, а главное желание, доброе сердце и добрые руки, пожалуйста, обратитесь к нам в приют «Ласка», и обязательно мы с вами заряжемся. Подождите, подождите, еще раз. Ну ладно, ладно, раздавайте, ладно, чтобы девчонкам было веселей. Зрители, приготовьте ладоши и ноги.